Royal Canin Urinary для кошек – лечебный корм. Мочекаменная болезнь доставляет животным и их хозяевам много страданий. Лечебный корм Royal Canin Urinary S.O. для кошек облегчит самочувствие больных питомцев и предотвратит возникновение этой болезни тех, кто находится в группе риска. В каких случаях назначают? Royal Canin Urinary для кошек назначают питомцам, страдающим мочекаменной болезнью, МКБ. Это заболевание часто приводит к преждевременной гибели животных. Симптомы МКБ. Кровь в моче. Частое и болезненное мочеиспускание. Кошка мочится в неположенных местах. Закупорка уретрального канала. У самцов, тогда кот не может мочиться. Здоровье кошки во многом зависит от питания. Важно! Если кот не мочился больше 12 часов, нужно срочно обращаться к ветеринару. Этот симптом может возникнуть из-за закупорки уретрального канала, которая угрожает жизни питомца. МКБ может быть вызвано многими причинами. Инфекции, палочки коли, стафилококки, стрептококки и другие. Избыточное содержание фосфора и магния в рационе. Холодное время года, с начала осени до конца весны. Возраст животного от 1 до 6 лет. Стресс. Лишний вес. Повторяющийся идиопатический цистит. МКБ в анамнезе, поскольку эта болезнь склонна к рецидивам. Самки болеют чаще, чем самцы. В группе риска сиамские, персидские, бирманские кошки, а также мейн-куны. Питомцам из группы риска, подверженным МКБ, необходимо каждые 6-12 месяцев сдавать анализ мочи. При тщательном наблюдении за самочувствием кота можно избежать болезни. Диета играет важнейшую роль в профилактике и лечении МКБ. Ветеринары утверждают, что даже хирургические операции не всегда оказываются эффективны в борьбе с этой болезнью. Все виды МКБ отличаются друг от друга типом кристаллов, которые образуются в почках и моче больного. Типы МКБ. Струвитный встречается у кошек моложе 7 лет. Струвиты образуются в среде с пониженной кислотностью. Оксалатный поражает животных старше 7 лет. В среде с повышенной кислотностью образуется оксалат кальция, а также цистины, фосфаты аммония, ураты, силикаты. Специальное питание регулирует уровень кислотности мочи. Благодаря этому в почках и моче питомца не образуются кристаллы и камни. Самочувствие пушистого любимца улучшается. Корм Urinary для котов поможет значительно продлить жизнь домашнему питомцу и улучшить ее качество. Диету имеет право назначать только ветеринар. Описание и состав. Кошкам, страдающим МКБ, положена только специальная диета. Их нельзя кормить натуральной пищей и любым другим питанием. Лечебный корм Urinary S.O. для кошек, разработанный специалистами фирмы Royal Canin, способен контролировать кислотность мочи питомцев и предотвращать образование камней. Для справки. Над созданием этого питания много лет работали группы выдающихся ученых и ветеринаров. Royal Canin S.O. для кошек растворяет струвиты, оксалаты и другие кристаллы, а также приводит в норму объем и плотность мочи. Благодаря большому содержанию глюкозаминогликанов в еде стенки мочевого пузыря защищены от вредных веществ. Кислотно-щелочной баланс незначительно смещается в сторону окисления. Сокращается поступление в организм некоторых минеральных веществ, в первую очередь, фосфора, магния, аммония, кальция, витамина D, щавелевой кислоты. В корме Urinary для кошек немного увеличено количество пищевой поваренной соли. Это необходимо для того, чтобы кошка пила больше воды, тогда из организма быстрее будут выводиться вредные вещества. Содержание белка в спецкорме Urinary строго контролируется. Его чрезмерное количество повышает уровень аммония. Линейки Royal Canin Urinary. Royal Canin Urinary Care – сухой и влажный Royal Canin Urinary Care предназначен для кошек с высоким риском МКБ. Royal Canin Urinary S.O. High Dilution 34 – влажный и сухой Royal Canin Urinary S.O. High Dilution 34.
Royal Canine Urinary S, OLP-34, для лечения и профилактики. Royal Canine Urinary S, OMODA от Kelly, питание с умеренной энергетической ценностью для стерилизованных и кастрированных питомцев. А также для кошек, склонных к полноте. Важно! У кошки обязательно должна быть чашка с чистой, свежей питьевой водой. Менять воду нужно 2 раза в день. Спецпитание препятствует образованию камней, регулирует кислотность и плотность мочи. Полезные ингредиенты. Лечебные корма премиум-класса. Изготавливаются только из натуральных продуктов высшего качества. В состав Royal Canine Urinary S для кошек входят следующие ингредиенты. Мясо курицы, индейка, свинина и другие. Субпродукты, печень и другие. Рыбий жир. Подсолнечное масло. Яичный порошок. Кукурузная мука. Пшеничная и кукурузная клейковина. Рис и другие злаки. Растительные источники клетчатки. Специальные добавки содержат много дополнительных питательных веществ. Благодаря экстракту прямостоящих бархатцев в питании достаточно лютеина. Источником глюкозамина служит гидролизат панциря ракообразных. В питании содержится много полезных веществ, витамины ID3, йод, железо, марганец, магний, калий, цинк, селен, таурин, ДЛ, метионин, фруктолигосахариды, жирные кислоты омега-3 и омега-6, глюкозамин, лютеин и другие. Сухой рацион. Влажность – суточная норма кормления. Из рациона питания животного полностью исключают натуральные продукты и другие виды корма. Теперь кошечка должна питаться только кормами линейки SO. Ее кормят как сухим, так и влажным кормом, сочетая их друг с другом. Перед кормлением нужно слегка подогреть консервы и паучи. На ночь можно оставлять питомцу чашку с сухим кормом, тогда кошка сможет покушать, когда захочет. Необходимо строго соблюдать рекомендованную суточную норму питания. Если возникли сомнения, лучше дать кошке немного меньше еды, чем перекормить. Переедание опасно не только лишним весом, но и увеличением количества минералов в организме, что может вызвать обострение МКБ. Дополнительная информация. При строгом соблюдении диеты и рекомендаций ветеринара благодаря корму Royal Canin Urinary струвитные камни растворяются за 5-12 недель. Курс лечения должен длиться не меньше 9-10 месяцев. Анализ мочи нужно сдавать ежемесячно. Долго кормить лечебным рационом нельзя. После того, как состояние здоровья кошки улучшится, ей можно предложить корм Royal Canin S.O. для молодых самцов, молодых самок, для взрослых или пожилых. Пауч 95 граммов. Сухой корм. На каждой упаковке есть инструкция с таблицей, где указано необходимое количество корма в соответствии с весом животного. Удобнее всего насыпать сухой корм мерными стаканчиками. Таблица номер 1 – суточная норма при применении только сухого корма. Более точную дозу подскажет ветеринар после тщательного осмотра животного. Консервы 195 граммов. Влажный корм. Кормить кошку влажным кормом желательно 2 раза в сутки. Утром и вечером питомцу дают по 0,5-1 паучу. На ночь можно оставить миску с сухим кормом. Если кошку кормят как сухим, так и влажным кормом, то количество сухого нужно сократить. Таблица номер 2. Суточная норма при смешанной диете. Наиболее предпочтителен влажный рацион, мнение ветеринаров и их рекомендации. Ветеринары и хозяева кошек высоко оценивают кошачий корм Urinary для котов. Это питание приносит очевидную пользу, самочувствие питомца значительно улучшается, исчезают боли и воспаления. Коты с удовольствием кушают эту вкусную и ароматную еду. Противопоказания. Хроническая почечная недостаточность. Беременность и период лактации. Гипертония. Сердечная недостаточность. Ацидоз. Возраст котенка меньше 1 года. Прием лекарств, подкисляющих мочу.
перед назначением корма уринари ветеринар обязательно проверит состояние почек кошки. Это особенно важно для пожилых питомцев. При ЭПН противопоказан корм Еоронери СО. Кошкам, страдающим ЭПН, назначают другой лечебный корм, Ринал. Для справки. Это относительно недорогое питание. Влажный корм Royal Canin Еоронери СО в паучах, 85 граммов, стоит около 70-80 рублей. В консервах, 195 граммов, 120-150 рублей. Стоимость сухого корма зависит от веса упаковки. 400 граммов, 405-410 рублей. 1,5 килограмма, 1230-1250 рублей. 3,5 килограмма, 2700-2800 рублей. 7 килограммов, 5200-5500 рублей. Помимо Royal Canin, есть и другие лечебные корма, которые можно давать при МКБ. Purina Pro Plan, Purina Pro Plan Veterinary Diets. Your Еоронери с индейкой, курицей, тунцом, лососем и другими видами мяса. Monch, в линейку влажных и сухих лечебных кормов Monch Cat Еоронери входят две диеты, Еоронери Оксалата и Еоронери Стравита. Bosch Sanabel, Bosch Sanabel и Еоронери. Брит Кеа, Брит Ведекет Грейн Фри Стравиты Безерновой. Фармина, Фармина Вет Лайф Стравиты Менеджмент. Хиллс, Хиллс Прескрипшн Дайет Си, Дималтикар Еоронери Кэр с курицей. Примордиал, Примордиал Еоронери Грейн Фри Холистик с индейкой и сельдью. Адванс, Адванс Ветеринери Дайет с Еоронери. Все продукты из этого списка входят в рейтинг лучших кормов для домашних животных. Важно! Назначать лечебный корм может только ветеринар, поэтому выбирать диету для кошки можно только в соответствии с его рекомендациями. Большинство ветеринаров рекомендуют сочетать сухое и влажное питание. Диета Royal Canin Еоронери СО для кошек необходима питомцам, страдающим МКБ, особенно на стадии обострения. Этот вкусный, полезный и недорогой лечебный корм – самое эффективное средство от этой болезни. Он нормализует ЭРН мочи, препятствует образованию камней в почках и растворяет уже существующее. Питаясь этим кормом, больная кошка всегда будет хорошо себя чувствовать.